Вчера на трассе Уральск-Атрау произошла страшная авария, которая унесла жизни сразу 5 человек. Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи поселка Тайпах Акжаикского района. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 10 километрах от поселка Тайпак. Автомобиль марки Nissan ехал в сторону Уральска из города Атырау. В этот момент ЗИЛ, совершая маневр, не пропустил легковушку и допустил столкновение. Примерно 19:35 на 269 километре автодороги республиканского значения, автодороги Уральск-Атырау, это в районе поселка Тайпак, произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомашина ЗИЛ ехала в южном направлении и при маневре не пропустил встречный транспорт. В управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области сообщили, что в результате аварии скончались все пассажиры и водитель Ниссана, а 51-летний водитель большегруза с закрытой черепно-мозговой травмой был госпитализирован в Центральную районную больницу Акжаикского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ведется расследование. Юлия Мутылова, Рустем Ищанов, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.